это все задумывалось, в общем-то, как поддержка им, зайти на гору и повесить их флаг. Огласка получилась просто какая-то, это даже она просто не огромная, она чудовищная какая-то получилась. Вот. Как задумывалась-то эта акция? То есть для чего вообще мы это делаем? То есть альпинистский мир — это такой очень тесный, вот, где все друг друга знают. И у нас очень-очень-очень много знакомых и друзей именно в Украине, которые сейчас вместо того, чтобы ходить по горам в сезон, в теплый, они защищают свою страну. Вот, поэтому это все задумывалось, в общем-то, как поддержка им. Потому что обычно альпинисты ходят со своими флагами и фотографируются с ними на всех вершинах или оставляют где-то. Вот, есть такая традиция. Но поскольку они не могут сейчас это сами делать, то это решили сделать мы. С утра уже понятно стало, что все дело разлетелось. Вот, и, в общем-то, утром пошло снимать две группы. Я поехала в Россию-то 1 марта, вот, и просто на месяц я насмотрелась на все эти чудесные настроения там среди населения, ну, как бы, что есть те, кто против, а есть те, кто рисует себе вот это на лбу и радостно ходит по улице, вот, и, в общем-то, в такой, по крайней мере, пока вот это вот все не закончится, туда точно не поедем, потому что не хочется это вообще как-либо поддерживать, даже косвенно.